Такой шипящий звук у него. Ой. Не то нажал. Привет, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дар. Продолжаем смотреть Мезозойку. Сегодня я предлагаю посмотреть еще одного хищника. Типа мы двоих травоядных уже посмотрели, надо бы еще одного хищника посмотреть. Я предлагаю, пускай это будет Барионикс. Так, все, все скины. Уж очень громко, я не знаю вообще, что здесь с этим. Что с этим делать? Очень громко вообще, капец, вот эти звуки добычи скинов. Застрял бедный, что ли? Да, нездоровая. По-моему, это еще не 30 метров, и они еще растут. Это, по-моему, даже 20 метров нет, или только 20. Ну вот Карнотавр 9, я тут думаю 2 Карнотавра, так что он еще должен вырасти. Так что то ли еще будет, ой-ой-ой. Мезозавры вот тут у нас уже достигли своего размера полного, я так думаю. Вот это так точно. Так, ну ладно, давайте создадим загон. Ну, кстати, ландшафт, и вот так издалека ландшафт острова выглядит клево. Такой очень сглаженный, без вообще какой-либо растительности. Чукотку напоминает. Так. Опять же, 10 хищников, да? Будет. Так. Так, ладно. Барионикс. Значит,
29 лет живет. Хищник означает тяжелый коготь. Название один из самых известных европейских динозавров. Из семейства спинозавридов. Ага. Ну, они являются рыболовами у нас. Ага, и этот тип диеты можно посмотреть по его внешнему строению. Типа, по строению зубов, когтей, вот это все. Значит, рост 3 метра, длина 8 и вес 1,5 тонны. Банана сандей. Банана тофи. Чифтейн. Грини. Файр ред. Создаются, кстати, быстро. Это мне нравится. А вышло неплохо. Это я про загон. Ай, ты. Выходи, красавчик. Так, подождите, кое-что нужно сделать. Шипящий звук у него. Ой, не то нажал. Так, ну-ка, как ты бегаешь? Тяжело, приземисто мы бегаем, даже прихрамывая немного. Очень быстро скины создаются, кстати, мне это нравится. Да господи, дай ты. Когти белые у него даже. Блин, нельзя, к сожалению, ближе приблизить. Сильнее приблизить, да. Это черненькие у нас. Они, кстати, не будут драться друг с другом? Вроде нет. Прикольно. О, этот тоже классный. Смотрите, такой. Красноватая морда такая. Вообще как крокодил окрашен здесь вообще, по-моему. Чистый крокодил такой. Так, о, господи, что произошло? Текстуры, вы меня пугаете. А этот как первый скин, только с добавлением желтого и красного оттенков, да, и вот они намешаны, и получается вот, собственно говоря, вот этот вот окрас. Так, ну ладно, давайте посмотрим, какие там еще остались окрасы у нас. Королевский рыболов. Болотный. Красноголовый. Все. Их 9 получается всего. Королевский рыболов очень хороший скин, я бы сказал. Только красочный, прям классно вообще сделан. Лично мне очень нравится. Не, добротный, добротный. Даже двери она этого не успевает закрываться. Инкубатора. Динозавры все выходят и выходят. О, теперь черненький у нас, да, но... Не просто черненький, не монолитный, а такой вот, да блин, выйдет из травы. Такой тигриный даже немного, я бы сказал. Странно, почему когтями не атакует? Это же у него почти практически основное оружие, можно сказать. Этот опять темный какой-то. Очень много темных окрасов почему-то у Барионикса. Интересно, вот у меня уже 32 динозавра. Сколько вообще динозавров я могу создать вот в одном парке? О, дверь закрыл, чуть не убил. Детеныш у меня. Больная дверь.
Очень похожий скин вот на этого красноголовый, ой, этот, да, вот красноголовый, вообще прям очень они похожи. Вообще различие минимально, как-то они тут это со скином поленились. Ну да, у них тональность немного другая, но вот посмотрите, вот этот желтый с красным, да, и этот то же самое, только окрас тела у него другой. Так, ладно, давайте это пока вот были все скины Барионикса, давайте посмотрим, что у нас у Карнотавра. Да, труп до сих пор лежит, я так понимаю, трупы будут копиться. Мне еще интересно, дождусь ли я, когда динозавры начнут умирать, типа от возраста. Так, где тут? Вот он самый здоровый. Вот он уже вырос, наверное, думаю, это максимум, да. Вот примерно такой вот у нас Эдмонтозавр. Ой, Эдмонтозавр, говорю. Майозавра у нас такой. Это вот его максимальный размер. На данный момент. Больше уже не вырастет. Печалька. Так, и что у нас с аргентинозаврами? О, здоровяк. Это максимальный ваш размер, нет? Наверное, да. Но все равно классно. Печально, что звуки шагов я не слышу. На этой ноте я предлагаю закончить данное видео. Получилось немного коротким. А теперь вы можете под этим видео проголосовать, ну, точнее, написать мне, каких динозавров вы хотите увидеть в следующем видео. Надеюсь, это вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, голосуйте за понравившийся скин. Всем всего хорошего, живите и процветайте, и всем пока!